у нас на любом знаковом объекте такая традиция высаживать деревья. Обычно мы маленькие саженцы берем, но так как легендарные стадионы, визитная карточка города, вот подготовили такие уже большие. На открытии обновленного стадиона «Спартак» в Звенигороде Андрей Иванов совместно с именитыми футболистами и министром физической культуры и спорта Московской области Дмитрием Абареновым высадили 20 сосен вдоль футбольного поля в рамках акции «Твой лес, посади свое дерево». Посадила два дерева. Первое дерево посадили с Егором Титовым, с моим другом, а второе с главой, с Андреем Робертовичем. Конечно, было очень приятно. Но это, честно говоря, уже не первая наша акция. Мы как-то уже участвовали в таких мероприятиях, поэтому для нас это все привычно. И с удовольствием это сегодня у вас в гостях сделали. Экологическая акция с 9 по 30 сентября проходит по всей Московской области. Жители Одинцовского округа смогли в ней поучаствовать 17 сентября. Она прошла более чем на 30 площадках. Деревья высаживали на территориях школ и детских садов, у памятников и во дворах. Центральной площадкой проведения акции стал стадион «Спартак». Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».